Быстрая атака «Динамо» на Пигаса пошла передача. Бросится в штрафную. Хороший момент, удар, но прямо в руки Свирскому здесь. Черняк сам проходит. Можно попробовать бить здесь. Дальний удар. Длинная. И передача какая красивая и точная получилась. Все было. Все аспекты футбольные были соблюдены. Атака Исла еще очень опасная. Теперь уже по флангу. В центре есть пространство. Есть возможность для удара. Поворотом. 1-0. Ислыч выходит вперед. В принципе, всю эту атаку начал Калачев. Ну и затем это завершение. Ну и можно здесь к вороту прорваться, Милешин. Момент не реализован. Еще одна попытка. Великолепно сыграл Черняк. 1-1. Минская «Динамо» счет сравнивает. Как же он сейчас так мяч подсек буквально над всеми. И никто из защитников просто шанса не имел выбить его с ленточки. 1-1, да, с первой. И атака Ислычем пока не встречает сопротивления. Удар! Великолепный сейф Лопоухова. Как же Федор вытянулся в эту струнку и поймал. Бразилия вырвала место в финале. Сразу же тут, конечно же, актуальная тема становится с пляжным футболом. Но скоро сборная Беларуси играет через 15 минут. Вот, тоже, думаю, классное событие. Но пока же «Динамо» в обороне. И удар с дальней дистанции. И Пигас так умно сыграл на Мельниченко. Фланг свободен у «Динамо». Мельниченко идет в штрафную. И сам бьет поворотом. Пигас. У него мяч остается. Прострел. Ну и вынос от Ковеля. Пошла у Ислыча Калачев. Тут, конечно, до удара дело не дойдет. Сыграл направо. Неплохо. Подача. Опасно здесь. Кротай. Право перевел. Здесь Михаленко против Мираскобеева. Нижних. Но хороший перехват от Ислыча. Момент. Кротай вытаскивает этот выстрел. Ну и здесь атака гостей. Да, это было, наверное, даже по-пижонски. А теперь уже атака «Динамо» может набрать скорость. Черняк сам идет, тянет мяч. Ну, не отдает никому Черняк. Уже на четвертом. Ну и Нижний. Удар, рикошет. На четвертом он споткнулся все-таки. Ну, а тем временем хорошая передача на Милешина. Момент! Супер шанс. Свирский выручает. Черняк налево. Мельниченко. Хорошо прорвался. Отличная передача. Милешин! 2-1! Великолепно сыграла эта пара. Милешин с завершением. Мельниченко с передачей. И все было просто великолепно. Ну и здесь уже обязан был 14 номер «Динамо» попадать. Прошил буквально Свирского. И, видимо, на последних минутах приносит победу команде Вадима Скрипченко.